Сегодня у нас 17 января 2023 уже года. Да. Вот тут брат Владимир Пащенко заделывает вот тут сверху такую вот потолочную щель. Да, это очень большое. Да, потому что здесь будет крепиться профиль, и нам нужно твердое основание для него. Решили вот так под досточки напихивает раствор песчано-цементный 1:4. Да, с двух сторон. Да, с двух сторон напихиваем, утрамбовываем палочкой. Тут есть специальная палочка где-то у него. Вон она лежит. Угу. Вот, и он туда утрамбовывает. Нет, даже не трамбовывает. Ну, это в начале есть. Так-то да. Вон ты эту дал мне эту там, узенькую вот лопаточку. Ага. Очень хорошо ей. Да, ты уже опробовал ее, да? Да. Отлично помогает. А где она? Я не вижу ее. А вот здесь она у меня. Заснять ее тоже. Ну, вот эта вот лопаточка, очень удобно туда запихивать. Мастерок. Да. Нет, не мастерок, а это. Вот такой вот, как шпателек, шпателек советского периода. Угу. Вот брат Владимир прикручивает саморезы, чтобы не падало лишний раствор в целях экономии. Да, шпатель потом большой сюда кладу, вот так вот. И она да. Тоже получается. Вот, в общем, вот так идет здесь процесс в этом углу. Сейчас покажу, как идет процесс в другом углу. Здесь вот приклеиваю гипсокартон к стене. И потом здесь будет штукатуриться. Гипсокартон, куски всякие такие, которые уже никуда не пригодятся. Вот используются для таких целей. Так, чтобы они были глубже маяка, чтобы зеленый луч на них не попадал. Здесь помогает лазер хорошо, что если луч зеленый не попадает на него, значит он глубже маяков, значит все нормально. Вот, вот маяки стоят по стене. Вот, а здесь вот у нас здесь такой рабочий стол. Стол рабочих. Обеденный. Обеденный стол, да. Это не рабочий стол, который за компьютером. А это вот настройки такой вот. Стол рабочих. Ну, все, вот так у нас процесс идет. Ну, вот так вот. Вот да, вот. Что? Сейчас вот покажем, как потерек. Он. Вот он. Туда поднимаешь его. Засовываешь туда. Да. Да, и там, ты уже там немножко напихал вчера. Да. Вот он там его высыпает и дальше набирает. Да, вот так вот. Очень удобно, он узенький. Руками пробуешь, но руками сложнее это все. Да. Шпатель, да. Раз. В общем, во всем можно приноровиться. Да, с Божьей помощью. Да. Господь умудрит тебя. Да. Главное молиться. На это нам Господь дает разум. Да. Мы что-то придумываем, изобретаем. Как говорил Бен Карсон, у тебя есть мозг. У него книга такая замечательная есть. Так как он нейрохирург, тем более именно детей нейрохирург, он все это знает о мозге, и он все это поясняет. Как мозг работает. То есть надо все время над ним тоже трудиться. Как над любой другой мышцей тела своего. Тогда у тебя будет все хорошо. А если не трудишься, чуть где-то переборщил, все, отсадился. Как у нас брат сейчас один приехал, Александр Шацкий, с Москвы нас, с братом Игорем Дубуновым, подделать наши поясницы болящие. Массажист, он массажем занимается. Ну, там еще какое-то название есть у него. Вот я не запомнил. Вот. То есть, где-то нас поколотит, в настоящем именно смысле, прямо в прямом. Так поколотит, что потом боль такая. А где-то завернет нас кралькой. Ну это с пользой все. Так, с Божьей помощью трудимся. Да. Ну все, слава Богу за все. Да.